Ребята, всем привет! Смотрите, какое крутое место. Я сейчас нахожусь в вейк-парке на Кату. Это центр острова Пхукет. Меня сюда давно друзья приглашали посетить это место. И вот, наконец-то, я приехал. Здесь офигенно, вам хочу сказать. Я уже в этом месяце третий раз. То есть, я, можно сказать, не совсем новичок. И здесь очень классно время провести с всей семьей. То есть, здесь можно кататься, кататься взрослым. Для детей есть место, вон бассейн прекрасный. Есть также маленькие досочки для детей, где можно кататься на коленях. Есть так называемые фигуры. Вот, кстати, смотрите, доска. Видите, это как бы детская доска или обучающая. Чтобы понять, как вообще кататься. Фигуры вон те белые, они для прыжков. Так что приезжайте, пожалуйста. Кату вейк-парк, место классное вообще. Еда вкусная, недорого и вкусно. Есть даже русская еда. Приезжайте.